Давай. Хочешь послушать сказку, дружок? Сядь на лужок, съешь пирожок, съешь до конца, съешь его весь, а после ушки свои разбей. Так это рэп. Классно стой на огород, там детка репку взял в оборот. Тянет, потянет, и раз, и два, а сил-то нет, одни слова. Бабка бежит, земля дрожит, внучка плывет, ну пароход. А жучкин хвост и в шее врозь, а муркин глаз, ну прям алмаз. Мышка, ты как мальчишка, гуляешь где-то весну и лето. Сказка не может кончиться вдруг, просто мышка отбилась от рук, отбилась, пропала, ушла за бугор. Что делать? Детка берет топор, бабка лопату, внучка пилу, жучка тарелки несет к столу, мурка салфетки, вазу, цветы, репка давай, ну что же ты? Мышка пьет, нарюшка пьет, сказка сразу кончится, вот! Оплески, оплески! Оплески! Это волшебно! Это какое-то диво дивное, слушайте. Молодец!